Добрый день! Представляю вашему вниманию отличный смарт-телевизор от известного бренда Yesin, который уже давно зарекомендовал себя на азиатском рынке и наступает на пятки давно именитым брендом. Перед вами безрамочный телевизор Yesin 32G11, работающий на базе Google TV Android 11. В комплектацию данной модели входит пульт с голосовым управлением, ножки, инструкция, гарантийный талон, две батарейки и провод для подключения видеоплеера. В данном телевизоре установлен 4-ядерный процессор и 1,5 ГБ оперативной памяти, а также матрица от известного бренда LG, что позволяет ему с легкостью подгружать и смотреть различный контент в отличном качестве. В таком виде будет выглядеть ваш телевизор при включении без входа в Google аккаунт. В окне Live TV вы сможете просматривать стандартные 20 цифровых каналов, стоит только подключить к телевизору антенну. Также вы можете просматривать каналы через спутниковую антенну, подключать USB накопитель, беспроводные девайсы через Bluetooth, ну и конечно сопрягать ваш телевизор через HDMI порт. Также вы можете настроить телевизор под ваши параметры просмотра. В стандартных приложениях уже установлен YouTube. Просто подключите ваш телефон к точке доступа интернета и наслаждайтесь просмотром. Видео 4К. В телевизоре установлена технология объемного звучания Dolby Audio, которая значительно улучшит звучание любого видеоконтента. Музыка в машину. Так выглядит главное меню после входа в аккаунт. В Play Market вы сможете устанавливать различные приложения для еще более практичного использования.
Ну а Google Ассистент поможет вам находить информацию с помощью голосового управления пультом. Погода в Сыктывкаре. Сейчас в Сыктывкаре минус 10 градусов и малооблачно. Сегодня кратковременный снег от минус 17 до минус 9 градусов. Сделай громкость на 5 больше. Хорошо. Включи Би-2 серебро. Хорошо. Би-2 серебро, 2000, исполнитель Би-2. Включаю мультик. Задать вопросы и узнать стоимость телевизора, а она вас приятно удивит, вы можете по ссылке в описании либо в личных сообщениях. Спасибо вам за просмотр и отличного дня!